Гомель-Желдортранс принимал столичную звезду БГУ. Кубковый матч против Белшина оставил гомельчанам вдвое меньше времени на восстановление, чем сопернику. Тренерский штаб Гомель-Желдортранса сделал ставку на надежную защиту и острые контратаки. Этот план принес плоды. На 30-й минуте минчане сбили в своей штрафной игрока гомельской команды, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Евгений Барсуков. Через 2 минуты оборона гостей опять сдала сбой, которым воспользовался все тот же Барсуков. 2-0. Они внесли очень даже ключевую лепту в игру, что 2 быстрых гола было. И потом мы уже играли по счету. И еще раз говорю, что искали свое счастье в контр-игре. Дальнейшее развитие событий показало, что выбранная тактика себя оправдывает. На 53-й минуте Станислав Нахимов дальним ударом довел преимущество хозяев до 3 мячей. Минчане смогли сократить счет. После подачи углового дальнюю штангу замкнул Дмитрий Томела. Однако железнодорожники почти сразу ответили. Кирилл Шрейтер после сольного прохода сделал счет 4-1 в пользу Гомель-Желдортранса. К слову, минчане рук не опустили и не оставляли попыток сократить счет. И на 80-й минуте им все же удалось забить, но из положения вне игры. В итоге игра закончилась со счетом 4-1 в пользу хозяев. Мы не смогли сегодня организованно сыграть в обороне, так как это нужно делать. Вот. Очень большое количество выходов 1-1. То есть там 4 мяча, это еще могло быть и больше. Мы готовились к серьезному сопернику. В общем-то, знали слабые, сильные стороны. Планировали сыграть строго от обороны, что, в общем-то, и получилось. И поймать свое счастье в контратаках. Очень много сил затратили в кубке. А у «Звезды» был 10-дневный перерыв. То есть они планомерно готовились. А у нас тут, в общем-то, мы восстанавливались. Ну, ребятки молодцы, перетерпели. Навал «Звезды» перетерпели, реализовали свои шансы. В общем-то, готовимся к следующему матчу. Следующий матч Гомель-Желдортранс провел в минувшее воскресенье в рамках 15-го тура на выезде против Барановичей. Гомельчане уступили 0-1. Первой победы в сезоне добились футболисты Речицы 2014. Со счетом 3-1 обыгран Кобрин. Светлогорский химик потерпел крупное поражение от Ислачи 0-4. В турнирной таблице из представителей нашего региона выше всех располагается Гомель-Желдортранс. 10-я позиция. Химик на 13-й. Речица 2014 на последней 16-й.